Алау, оно по своей природе всегда было и остается тем же самым. Оно громкое, боевое, как вы сейчас видите. Оно народное. И эту марку Алау должна просто держать. И мы сегодня видим, что все это происходит именно так. Здесь присутствуют ветераны, новички. И мне кажется, что когда они попадают в один коллектив, они чувствуют себя в компании старых друзей, потому что на самом деле Алау не изменилось. Оно было народным телевидением, было таким как бы общим телевидением, было телевидением, которое освещает все эти проблемы, и таким оно и осталось на самом деле. Слова признания и уважения в адрес телерадиокомпании «Алау» в день 20-го дня рождения звучали от корифеев журналистики. Корреспонденты из разных городов прибыли на торжество «Алау», чтобы индивидуально поздравить коллег. Александр Журавлев в их числе. Бывший сотрудник «Алау» оценил не только размах торжества, но и прежний высокий уровень журналистов телекомпании. До сих пор не могу себе объяснить, что в ней такого магического, в этой телекомпании, да, почему там, вне зависимости от того, какие люди работают, в какое время, рождаются именно профессионалы, да. Ну, сложно объяснить, я для себя не объяснил. Кульминацией праздничного вечера стал финальный гала-концерт вокального проекта «Соловей», созданного в юбилейный год телерадиокомпании. Победительницей проекта стала кустанайская участница Нора, которая призналась, что «Алау» вошло в ее жизнь совершенно случайно, но внесло счастливые перемены. Я сейчас очень счастлива, что ли, это очень классно, такая большая сцена, такой звук. И знаете, это хорошо, что нам как бы дали такой шанс выступить, потому что все равно то, что мы выступили, записали на экране, энергетика не передалась. А здесь сейчас все видят, как бы действительно, как мы поем и нашу энергетику. Несмотря на погоду, площадь областного акимата была заполнена кустанайскими зрителями и гостями города, все внимание которых было приковано к сцене, предоставленной кабаре «Летучая мышь». Концерт в формате лайв открыл новые имена исполнителей, в числе которых дуэт «Алау» из «Актау». Впервые на кустанайской сцене дуэт подарил горожанам свою избранную музыкальную программу. Антон Корчинский, Хамза Нурпеисов, Анастасия Овчар, РТН.